すいません。<music> Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персона Грата». Сегодня у нас в гостях пианист Никита Галактионов. Никита, здравствуйте! Здравствуйте! А в первую очередь, спасибо огромное за приглашение на ваш концерт. Действительно, это был какой-то праздник музыки. И столько оваций, зал в конце встал. Такое было торжество, очень, очень красиво, очень приятно. И вы настолько чувствовали себя в своей тарелке. Я так понимаю, что Карнеги Холл уже для вас стал тоже определенно домом. Вы не первый раз выступаете на этой площадке. Тем не менее, когда вы первый раз вступили на сцену Карнеги Холла? Первое выступление в Карнеги Холл было в далеком 2015 году. У нас, в общем-то, сформировалась весьма интересная традиция каждый год ездить и выступать в Карнеги Холл. К сожалению, по причинам, известным всем нам, а именно пандемии, эта традиция Нового года прервалась. От того еще интереснее сейчас вернуться и в Карнеги-холл, и в Нью-Йорк, и в Америку спустя два года. Нью-Йорк успел измениться, я успел измениться, мир успел измениться, и, конечно, это все очень интересно. А по поводу ваших слов о том, что Карнеги-холл уже чувствуется как дом, я не могу сказать, что это что-то, что появилось недавно. Это очень было яркое ощущение, которое у меня возникло уже с первого момента, что ты входишь в Карнеги Холл, и это дом музыки. Храм музыки, если можно так выразиться. То есть ты туда входишь, и любой твой замысел, любой твой посыл, все твои мысли, которые ты вкладываешь в свое исполнение, все они откликаются ровно так, как ты хочешь, чтобы они звучали, и поступают напрямую к зрителю. И это какое-то фантастическое ощущение, которое я сейчас даже сходу не могу вспомнить, ловил ли где-то еще. Но ну, ты же выступал, я знаю, на самых лучших э, площадках мира. И еще я прочитала, конечно, о том, что все обсуждали э, такой молодой, талантливый э, музыкант выходит э, на сцену. Обычно привыкли, что уже музыкант ну, должен быть в возрасте, с опытом. Э, и тогда допускают до святая святых Карнеги Холла. Ты был, мне кажется, одним из первых молодых повторюсь талантливых mm -hmm. музыкантов который сделал э, шаги на этой сцене в молодом возрасте это как-то накладывает ответственность как ты это ощущаешь ты когда выходишь на сцену э, вот есть какое-то особенное э, волнение особенный какой-то трепет, вы имеете в виду на сцену вообще в принципе или именно на сцену Карнеги Холл? А, я сейчас говорю про Карнеги Холл, а потом мне, конечно, интересно узнать разницу разных площадок угу. и твоего внутреннего ощущения. Угу. Я вам честно скажу, ну, поскольку я пару дней назад имел удовольствие давать мастер-класс. У меня было 9 учеников, с которыми я общался. К концу дня я уже просто устал от этой мысли, но я ее считаю сакральной, можно сказать, что очень часто, к сожалению, мы музыку из-за долгих часов занятий, из-за попыток понять структуру произведений, из-за попыток понять замысел композитора, из-за попыток понять биографию самого композитора, что его беспокоило, что его волновало, какие мысли он вкладывал. Мы за всем этим перестаем просто видеть возможность делиться всем этим. То есть мы для нас это превращается в рутину, работу, а в то же самое время нам дается уникальная возможность прожить вместе с композитором заново все то, что он вкладывал в это. И тоже вот вчера вот это нами обсуждалось, что, к сожалению, вот если мы будем сравнивать Бетховена, к примеру. И Фредди Меркеры, то Фредди Меркеры нет, нет, да и более живой человек для нас, просто потому что ну, мы имели удовольствие его застать. Бетховен, к сожалению, по сравнению с ним становится чуточку более сухой исторической выжимкой. Вот. вот мне как раз я хотела сегодня эту тему с тобой mm -hmm. обсудить, тему современной музыки и тему классической музыки, а насколько вообще она входит в нашу жизнь. Дело в том, что мы с детства, я помню тоже музыкальную школу, мы мы изучали, слушали, uh -huh. и и на сегодняшний день, насколько классическая музыка а, трансформировалась, насколько она сегодня а, понятна uh -huh. современному человеку. Uh -huh. А прежде чем я отвечу на этот вопрос, я просто по своему обыкновению начинаю с одной темы, ухожу во вторую, прихожу к третьей, затем спустя четыре других, наконец-то даю ответ на первую. Хотел бы дать ответ на предыдущий вопрос, если вы не Да, конечно. А по поводу волнения. Я недавно вот пришел к какому-то консенсусу с самим собой, что вот я сейчас нахожусь на сцене. Вот этот вот самый момент. Ничего столь смертельного со мной, вне зависимости от того, что там будет, не произойдет. Поэтому вместо того, чтобы пытаться этим тяготиться, я в этом увижу какой-то шанс. У меня есть возможность что-то сказать людям. То есть, ну, то, что, не знаю, часто ли применяется сейчас такое выражение, трендсерфинг реальности. Да-да-да, Вадим да. Зеланд. Да, угу. вот. И... Написал эту книгу. Да-да-да. Ну, как это еще раньше говорилось, взглянуть в глаза своему страху, вот что-то из этой серии. Да. Я вчера смотрела, насколько ты органичен. На площадке. Угу. Потому что в какой-то степени ты тоже актер, который выходит на сцену. Да. И опять же, если для меня раньше классическая музыка была, я, я думала, что это просто ну, все-таки, да, это ощущалось как какая-то ну, техника, люди должны так, этому как-то угу. научиться. То вчера я вот почувствовала, что вот как раз то, о чем ты сказал, твое проживание. Угу. Я я смотрела за твоими руками. Кто-то по-разному воспринимает музыку, кто-то закрывает глаза, кто-то там медитирует, наверное. Говорит, я, вот для меня была медитация, я смотрела за твоими руками. Uh -huh. Насколько великолепна была эта пластика, насколько это было грациозно, насколько это было красиво, и вместе с этой блистательной музыкой это выглядело все... Опять же, я повторюсь, что это было потрясающе. И Насколько ты с публикой в доверительных отношениях? Угу. Ты постоянно что-то шутил, ты что-то говорил. А скажи мне, а вот эм, такое сейчас поведение – это твоя личная, как у нас говорят, персоналити, да? Это твоя угу. вот, э, личность или? В принципе, потому что мы знаем классическое поведение. Вышел артист, на сыграл ван -сцену, на ван сцену, Установил вот... себя, произнес монолог, ушел, да. Да, и до свидания. И мышцы лица у него не дрогнула. Да, да, да. да, да, да и да. вот правильно, я иду как раз вот к тому, как ты к этому пришел вот этому ощущению, взаимодействию а, публике с публикой вот это угу. общение. Угу. А, ну, на самом деле. А к сожалению, мы немного упустили вас, ваш предыдущий вопрос по да. поводу того... <laughs> э, <laughs> Нет, не, это, это как <laughs> раз сейчас хорошо, потому что мой э, ответ будет ответом к этим двум вопросам по поводу того, как классическая музыка нынче воспринимается людьми и как я пришел к этому. В определенный момент я почувствовал какой-то определенный кризис, потому что классическая музыка сейчас будто бы добровольно себя записала в музыкальные архивы, то есть мы про что-то, что было... И мы ни в коем случае не будем себя ассоциировать с тем, что происходит сейчас. Но в то же самое время, ну, я постараюсь не растекаться, я клянусь в этом. Я, когда писал свою дипломную работу под названием Основа психологического комфорта в фортепианом исполнительстве, я делал особую ставку на то, что композиторы тоже были живыми людьми. И человек. Об этом многие забывают. К сожалению. И, искусство в любом его виде всегда было о переживаниях человека внутренних, то есть о том, что происходит с ним внутри, и о том, что происходит вокруг него. Просто со временем менялся язык, менялись формы, появлялись одни жанры, уходили в небытие другие. И, конечно, на самом деле сейчас путь к людям к классической музыки, как я его вижу, это, во-первых, напомнить просто о том, что это делалось с живыми людьми. То есть вот то, что вы могли вчера слышать, то, что я говорил по поводу Бетховена, буду честен, буду откровенен, это не было вау-заготовкой, мне это в голову пришло за полчаса до концерта. Но в то же самое время я понял, что у меня скомпилировалось все то, что я все это время о нем изучал, и ровно в тот момент, когда я все это играл и говорил о том, что его сонат, это его психологический портрет, и это его история борьбы с его нелегкой судьбой, вот, Честно скажу, мне самому понравилась вчера моя эта фраза. Да, Я да, считаю, да, что да, это да. Уда удачная находка, что это была битва, в которой ему не было суждено выиграть, но в которой он не оставил себе и шанса на то, чтобы проиграть. И я вот проживал это, и я наконец я, черт возьми... Слушай, гениальная цитата. Я, я думаю, что уже, из, кстати, из многих твоих каких-то интервью люди выбирают цитаты. Я думаю, что когда-нибудь мы составим целую книгу твоих цитат. Ну, хочется верить, конечно, сейчас я об этом рассуждать не могу. Вот, и я услышал живого человека за всем этим. Я услышал Бетховена, я услышал его эмоции, я услышал, наконец, вот в этих, казалось бы, каких-то мелких интонациях, психологизма, эмоций, вот эту нелегкую судьбу, которая волнами на него напирала, готова была его утащить в эти бездонные пучины, где бы он навек пропал, в то же самое время какие-то восклика... восклицательные интонации музыкальные, которые говорили о том, что нет, я все равно буду идти до последнего. И я очень хочу сократить дистанцию между исполняющим и слушающим. Потому что по-хорошему, ну, возможно, я сейчас все слишком упрощаю, но мне в то же самое время хочется, чтобы наступила эта простота. А слушающий, в свою очередь, тоже должен иметь в себе какие-то определенные душевные фибры, чтобы воспринять. И в то же самое время исполняющий должен иметь навыки ну, исполнения. И то есть, получается, должна быть публика, которая умеет слушать, и исполнитель, который умеет исполнять. И я вот хочу, чтобы вот это была единственная разница между людьми. То есть, чтобы не было такого ощущения, как будто бы исполнитель это какой-то э, неборожденный, который так же быть соизволил спуститься на эту землю обетованную с тем, чтобы, ну ладно, так же быть, вот вам кусочек моего таланта. Я сейчас предлагаю прерваться вместе mm -hmm. с нашими э, телезрителями, сократить эту дистанцию и послушать твое исполнение. Может быть, как раз мы и послушаем Бетховена сейчас? Давайте, давайте. Программу Персона Грата. Сегодня у нас в гостях пианист Никита Колоктёнов. Э, Никита. Я м, хотела, хотела спросить по поводу, э, по поводу импровизации в классической музыке. Mm -hmm. э, у меня в прошлом году в гостях был Игорь Бутман, и мы mm -hmm. с ним очень много говорили на эту тему. Понятно, что джазовая музыка она в принципе сама предполагает какую-то там импровизацию, mm -hmm. а что происходит с классической музыкой, насколько насколько ее вообще можно э, импровизировать и допустимо ли это в классической музыке? Тут возникают некоторые сложности. Опять же, вот если обращаться вот к моей дипломной работе, помимо того, что я упоминал там и делал особый акцент на том, что композиторы это тоже были живые люди, которые закладывали свои переживания в свою музыку. Я в том числе пробовал, я предлагал читающему такую игру воображения, что давайте попробуем себе представить, что произведение, любая музыкальная пьеса, которую мы знаем, это зафиксированная во времени импровизация. То есть мы можем попробовать с вами представить тот момент, когда Шопен вот так вот сидел перед клавиатурой, вот так вот перебирал первые аккорды знаменитый в будущем Мазурки Леминор. И очень долго думал, писать это, не писать. Да не ерунда какая-то. То есть, э, животворящий момент. Опять же, то есть, что это не какая-то... Что это не, э, не колонна из холодного мрамора, а это живой столб. Вот. Поэтому, безусловно, мне тяжело говорить о том, что сейчас импровизация как жанр в классической музыке мертва, отсутствует полностью. В нынешних реалиях музыканты должны попадать в какую-то вот определенное представление школы, при этом мало говорится о том, как сам человек это воспринимает, о том, как сам человек в состоянии это интерпретировать. Хотя, в то же самое время я уверен, что любой композитор, помимо того, что Допустим, допустим, Баха в наше время он бы перепробовал абсолютно все синтезаторы и все жанры современной музыки. Так я уверен, что любой композитор рад услышать, что какой-то еще исполнитель смог в его музыке найти новые краски, которые, возможно, допустим, он сам там даже не предполагал. Вот. И и уж тем более печально обо всем этом говорить, учитывая, что если вспоминать времена венских классиков, то а в те времена понятия композитора и исполнителя были неразделимы. То есть ты музыку сочинил, ты сам ты ее исполнил. Играл. Да. И при всем при этом это достоверно известно, что какие-то фрагменты у них вообще не были написаны, они это импровизировали прямо во время выступления. Куда это пропало и почему? К сожалению, остается только гадать. Ты сказал, что ты проводишь в Нью-Йорке мастер-классы. Да? А кто твои ученики? И, во-первых, где, где ты их находишь, да? как ты собираешь свои мастер-классы и что на них происходит? Четыре года назад мы познакомились с нашей бывшей соотечественной Аллой, которая, которая показалась весьма интересно, чтобы ее ученикам преподавал молодой русский пианист. Это в том числе был и для меня очень интересный опыт. Ну, и он становится и дальше с каждым годом все интереснее и интереснее. А ученики у нее разные, то есть это в том числе и наши бывшие соотечественники, и уже дети Америки, а китайцы в том числе. И... Да, да. Кстати, очень талантливые китайцы. Как фонд был в гостях тоже у нас на передаче mm -hmm. молодых талантов, mm -hmm. дети, которые занимаются классической музыкой, и очень много китайских детей талантливых. И они, кстати, на какой-то из площадок тоже Карнеги Холла несколько лет назад сделали буквально, это была такая небольшая конкурсная программа. Mm -hmm. Я, кстати, Хочу с тобой тоже по поводу конкурсов поговорить. Угу. Да? Угу. Мы ответили с тобой на предыдущий вопрос. Ну, ну, Идем да. дальше. более-менее. Да. 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 Не хочу просто прерывать тебя. Ты очень интересно эм, рассказываешь. А, дело в том, что я прочитала в одном из твоих интервью, что ты что ты после определенного какого-то опыта ты перестал а, участвовать в конкурсах я думаю что это очень какая-то такая принципиальная наверное, твоя позиция и хотела бы ее услышать а mm -hmm. почему и вообще насколько сама система конкурсов а, помогает молодым талантливым музыкантам двигаться к звездам ну, хочется в данном случае сразу оговорить, что это не был какой-то печальный опыт. Это, в общем-то, опыт был единичный, он был положительный. Мне было лет 13, если мне память не изменяет. Это был итальянский маленький городок Карата. По какому-то интересному сечению обстоятельств вышло так, что я оказался в группе старше. То есть не 12-14, а 14-18, или, по-моему, вообще 18+. Сейчас точно не вспомню. Я занял первое место, и мне просто стало понятно, что это не про искусство. Это спорт, это кого ты знаешь, с кем то знаком, кому то нравишься. Ну, а покупают места, вот мне интересно знать. Как на конкурсах красоты. Честно сказать, никогда не интересовался. Я обычно другие покупки делаю. Просто на самом деле есть такая очень Занятная мысль, и к сожалению, тоже мы ее немножко упускаем из нашего фокуса: что профессионалы идут на концерт считать ошибки. Публика идет за впечатлениями. Конечно, за эмоции, да. Да, и как ни крути, но в тот момент, когда жюри выносит какое-то свое мнение, безусловно, это профессионалы. Безусловно, это уважаемые люди. Безусловно, это люди с широким. Кругозором и с богатым музыкальным опытом. Но при всем при этом они все равно остаются людьми. Их мнение все равно субъективно, а не объективно. Не потому, что они плохи, а просто потому, что они люди. И они не могут э, втроем, вчетвером, в пятером отразить абсолютно все то, что может испытать зал в тот момент, когда тебя слышит. Поэтому в какой-то момент это просто все превращается в спорт. Это психологически а, ломает музыканта, или наоборот, его собирает и помогает ему идти дальше? Ну, буду откровенен, наверное, это зависит просто от э, стабильности самого музыканта и от его отношения к этому. Потому что превращать всю свою карьеру исключительно в конкурсы, ну, я бы лично не стал. Ну, собственно, я этого и не делаю. Потому что тебе начинает казаться, что в прошлом году ты получал 5 лауреатских званий, в следующем году тебе нужно 6. А вот публика в тот момент, когда тебя слышит, ну, безусловно, есть те впечатлительные, которые услышат, что... Лауреат международных конкурсов? Вау! И начнут сразу их воображение. Вопрос... Уже титул. Да, это да, да. Есть и их воображение вопрос... да? уже начнет сразу работать, и чтобы он не делал, у них начнется, ну вы что, это же лауреат международных конкурсов, как вы можете. А по моему мнению, вот без всего этого золотого плюмажа, лауреатских званий, как бы публики, перечисления всех твоих первых мест, в ее ощущениях от твоей игры ничего не даст. Я абсолютно с тобой согласна, и опять же в продолжении этой темы образование музыкальное должно быть очень много споров по поводу того, что талантливый человек ему не обязательно учиться, что, наоборот, а в какие-то моменты м, талантливого музыканта могут поломать э, угу. педагоги. Вот ты как человек с определенным своим опытом, как ты считаешь? Тут на самом деле есть вот какая проблема, что, безусловно Место, где учится человек, безусловно, важно, но самое первое место по приоритету, безусловно, его педагог. И вот тут может настать такой очень опасный момент, когда педагог будет заинтересован не в самом ученике, а в своих амбициях, которые он может через него реализовать. И вот это как раз-таки тот момент, когда ребенок может сломаться, потому что будут заинтересованы не в нем. А будут заинтересованы в том, чтобы говорить, что я воспитал вот такое юное дарование, и при этом как-то вот немножечко в сторонку под ковер, немножечко прячется, что ребенок там в слезах, в истериках, по 8-10 по часов ему приходится в день заниматься и прочие интимные подробности. Поэтому я считаю, что способ образовательной системы не сломать ребенка и будущего артиста, а помочь ему, поддерживать его в том, чем, поддерживать в том, чем он является им самим в его особенностях. То есть помочь ему найти его индивидуальность, его краски и культивировать это. Потому что, ну, я вот уже сказал по поводу композиторов, что они были бы только рады, узнав, сколько люди нового нашли в их музыке, чего они туда не закладывали. Ну и плюс музыка продолжает развиваться дальше, появляются новые стили, появляются новые жанры здесь та же самая история Да, никита как вы думаете вот ваша мама да, перед съемкой напомнила о том что все гениальные произведения э, композиторы написали в очень достаточно молодом возрасте до угу. 27 лет а, вот как вы считаете вот с чем это связано это какая-то закономерность или это случайность? Дело в том, что я думаю, что, наверное, здесь просто э, друг на друга находят моменты уже какого-то окончательного формирования личности и момент еще активного внутреннего эмоционального переживания всего того, что человека беспокоит на тот момент. То есть получается, уже человек обладает каким-то своим более-менее ярко выраженным стилем и определенным уровнем профессионализма, и при этом внутри его еще обуревают его идеи. Я думаю, что просто одно накладывается на другое, и вот он результат. Я прочитала о том, что вы создатель исполнитель первого в России клипа на классическую музыку. Грезы, любви. Фаренцодист, да. Да. Вот почему на самом деле на классическую музыку не снимаются клипы? Ну, в таком широком распространении. М -м -м, к сожалению, как я сегодня уже косвенно об этом говорил, а в классической музыке есть какие-то определенные взгляды, которые подаются в соусе следования традициям, соблюдения старой школы, что вот это классическая музыка, а все остальное, вот, пожалуйста, уберите отсюда. И это на самом деле в том числе то, с чем мы столкнулись в тот момент, когда снимали клип. Вокруг него развернулись какие-то необычайные, абсолютно нами неожидаемые дискуссии, что Вплоть до того, что люди говорили, что в кадре вообще ничего должно быть другого, кроме как бы круг пианиста. Просто вот по локоть отхватил, в кадр положил, и пока вот они еще не сгнили, снимай. Вот. Откуда это берет э, начало? Почему так? Мне сказать очень сложно, но я думаю, из всего того, что я сегодня уже успел сказать, в общем-то, понятно, что мне бы хотелось, безусловно, оживить классическую музыку, чтобы она была ближе к современным тенденциям, к современному человеку, к современному слушателю, чтобы тот, тот увидел в ней, да, допустим, не совсем что-то современное, но что-то, что в нем тоже может отозваться, потому что, ну, опять же, в третий раз повторюсь, что это тоже писал человек, это писал живой человек, пусть и когда-то тогда, но он выражал свои эмоции и чувства и, возможно, хотел, чтобы люди, слушая эту музыку, смогли пережить то же самое. Скажи, пожалуйста, а ты сам пишешь музыку или планируешь, или как это работает <laughs> у музыканта? У меня порой случаются истерические припадки, я начинаю играть за инструментом что-то помимо концертов Рубинштейна и Чайковского, и делаю при этом вид, что с чего то сам. Это происходит не систематически, есть определенные мои ну, огрызки, я их иначе назвать пока что не могу, которые, безусловно, я хотел бы, чтобы рано или поздно приобрели какой-то законченный вид, но я это не форсирую, возможно, как рано или поздно произойдет, и возможно, вы услышите что-то о композиторе Никите Галактионове, кто знает. Вот. А, периодически со мной такое случается. Да, я сочиняю и импровизирую. Кто знает. Я думаю, что на этом мы сегодня поставим не точку, а многоточие. Я вижу, чувствую у тебя здоровые амбиции. Я думаю, что мы обязательно еще услышим тебя и увидим на разных площадках мира. Спасибо верить. огромное. Спасибо большое. Вы смотрели программу Персона Грата. И сегодня у нас в гостях был пианист Никита Галактионов. Я надеюсь, что вам понравилась наша теплая душевная беседа и до встречи на концертах. Вы смотрели программу Персона Грата. Оставайтесь с нами и хорошего настроения.